Столица Украины, с вами Виктор Фурсов. Сегодня 26 июля 2018 года. Сегодня я вам покажу пожирателей расплода пчел. Да, пожирателей трутневого расплода. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Увидите соты. Из сот вылезает что-то такое непонятное. Это остатки головы и груди пчелы. А соты забиты битком какими-то куколками. Сейчас мы их приблизим, и вы посмотрите при большем увеличении. Да, видите, какие-то ползают черви, и вот какой-то черный оставшийся кусочек от куколки пчелы. Да, если вам интересно, оставайтесь с нами. И это Украина, кто же сожрал этот расплод и кто же там завелся внутри. Может быть, это новый вредитель. Может быть, это опасное создание. Оно сожрет весь ваш расплод. И откуда оно взялось? Не залетела ли оно снова откуда-то из Америки? Да, не зашло ли оно из Китая? Ладно, раскрою секрет постепенно. Как вы видите, это вообще-то говоря какие-то коконы. Вообще-то говоря, это куколки внутри оболочки. И это пупарии. Видим специальные хвостовые отросточки маленькие такие. На этом пупарии дыхательные. И это пупарии. Тот, кто энтомолог, сразу понял. Пупарии мух. Вот сейчас их тут довольно-таки много. Потому что личинки вышли, погуляли. Вот эти вот белые. И окуклились. Куколка не свободная. Точнее говоря, свободная. Но находится внутри специальной оболочки. Называется пупарий, который слитый полностью. Он как шарик. И внутри находится интересная куколка мухи. А тут мы видим оставшиеся головы от пчел, от расплода. Это расплод трутневый с пасеки натуральным образом приехал сюда. Что же они тут делают? А вот то и делают, что если ваш расплод остается ячейках, точнее говоря, не ваш, а пчелины, на нем могут завестись вот такие мухи. Что это за мухи? Это мухи семейства Фариды. Вот они потом выходят и делают свои коконы. Сначала они ходят, тут все пожирают, а потом массово начинают выходить с тем, чтобы окуклиться. И вот эти мухи сожрали здесь весь расплод. Ну, вообще-то говоря, они сжирают большей частью погибший расплод. Так что не бойтесь. Живой расплод они не будут нападать. Сейчас мы их попробуем показать. Они очень быстрые и шустрые. И носятся как пули. Вот видите, мелькают. Ползет личинка. Там спряталась муха. Маленькая такая, всего лишь 1 миллиметр. Она любит прятаться и любит очень быстро бегать. Вот с левой стороны сидит мушка. У нас есть она снятая отдельно. Покажем ее тоже отдельно. Вот она хвостик показывает, свое брюшко. Вот такая она интересная. Семейство Фариды. Очень активные. Такие детритофаги. Можно сказать, копрофаги. Поедают все, что испортилось. Особенно любят насекомых. Если насекомое испортилось, они обязательно прилетят, сложат яйца и сожрут. Потому что если расплод ваш испортился, точнее говоря, ваших пчел, прилетят мухи Фариды и все сожрут. Даже повыталкивают из ячеек. Видите? Вот она. Сейчас покажем ее крупным планом. Под зумиком, если удастся. Она очень быстрая. Быстро убегает. Они любят фотографироваться. Интересная мушка Фарида. Все, больше увеличения не берет. Кругом лежат ошметки хромосом. Ошметки мух, оставшихся с того, что и
сожрали личинки. Напоминаю, тут еще одна муха завелась крупная. Потом ее покажем крупным планом. А это вот эта вот Фарида. Сейчас мы ее пугнем. Она очень быстро бегает. О. Она такая желтенькая с полосатым брюшком. Очень необычная. Горбатка называется, точнее говоря. Муха горбатки. Фариды. Очень активно бегающие. Активно чистящиеся. Видите, как она, как пулька бегает. И она, в принципе, приносит пользу, уничтожает погибших насекомых. Погибший органический субстрат. Для этого ей нужно активно бегать, искать, подбирать субстрат. И на него нападать и съедать. Надеюсь, вам было любопытно узнать, что это за мухи завелись на пчелином расплоде. Видите, сколько их тут образовалось. Тьма. Тьмущая. Сейчас будут личинки. Отдельно покажем отдельно личинки. Пока-пока. Подписывайся на канал. Ставь лайк, пишите комментарии. Задавайте вопросы. С вами был Виктор Фурсов. И вот эти страшные мухи-фриды.